Уважаемые зрители, каждый день мы говорим о том, что же происходит в мире российского и мирового шоу-бизнеса и знаменитых людей нашей страны. Как бы ни печально было это признавать, но за последние несколько месяцев мы попрощались с очень многими яркими артистами, которых зрители, конечно же, могли запомнить еще по работам в советских фильмах. Они успели сделать себе имя и ушли легендами. Один за другим из жизни уходят легенды, сегодняшний день не стал исключением. Буквально час назад сообщили, скончался актер театра, на сцену которого он выходил почти 40 лет. Он выступал на сцене театра с 1982 года, исполнив 45 ролей в 870 спектаклях. Коллеги отмечают его выразительную актерскую технику и универсальность. Также он преподавал в актерской студии городского дворца пионеров. Его воспитанники превратились в профессиональных актеров театра и кино. Так, на 50-м году жизни скончался театральный и киноактер Олег Гилюх. Печальная новость пришла сегодня из ТЮЗа «Ровесник». Отметим, что нам очень приятно, что наши зрители не остаются равнодушными и оставляют слова соболезнования в комментариях.